Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Серебряном Бору пройдет фотокросс «В поиске белок и дятлов 2020». Как сообщается на портале мэра столицы, мероприятие состоится 22 февраля в субботу. Участники смогут сделать фотографии животных во время прохождения экологического маршрута, а лучший снимок выберут на странице Мосприроды в социальной сети Instagram. Отмечается, что в фотокроссе прошлого года приняли участие более 100 человек. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте мэрии. На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!